Всем привет! Что делать, если у вас туго ходит ручка на пластиковом окне? Я очень тугую не нашел, то есть, ну, у меня не очень легко она ходит, то есть вот мизинцем я ее до конца закрыть не могу, даже вот двумя пальцами, ну, еле как получается. Сейчас мы попробуем это с вами исправить, что для этого нужно. Открыли створку и теперь смотрим, что здесь может двигаться. То есть вот сверху вот есть эксцентрик, который запирает. Видите, немножко шевелим ручку, и он тоже ходит. Соответственно, осматриваем всю створку, где у нас что движется. То есть вот эксцентрик движется. Здесь дальше сверху эксцентрика нет, но там часть тоже двигается. Затем снизу. Снизу вот тоже эксцентрик, он тоже двигается. Переходим вообще на низ створки и потом наверх. Снизу створки вот находится эксцентрик. Если у вас створка большая, там может быть еще. То есть, если у вас нет возможности снизу заглянуть, то ну пощупайте руками. Да, то есть, чтобы найти какую-то движущуюся часть. То есть, видите, я ручку шевелю, и он тоже ходит. Теперь переходим наверх. Сверху у нас самое грязное, естественно, потому что тут много пыли. Вот тоже в углу находится эксцентрик. Шевелим ручку, видите, он тоже ходит. И также еще здесь есть ножницы. То есть это если у вас откидывается створка на проветривание. Тут тоже все, естественно, грязное. Но сейчас зима, мыть это я не буду. Можете взять какую-то салфеточку, да, немножко протереть. И все движущиеся части нужно смазать либо маслом, либо ВД-40. Видите, здесь много пыли. То есть берем салфеточку, протираем, чтобы как можно меньше грязи было. ВД-40 выглядит вот таким образом. То есть это баллончик, он вообще для удаления влаги, но также он немного смазывает. И брызгаем на все движущиеся части. То, что лишнее потекло, можно сразу вытереть. Либо вы можете использовать, ну, какую-нибудь масленку или набрать в шприц масло, да, и прям вот туда вот все движущиеся части смазать. То есть вот здесь, вот в этот вот механизм можно добавить. То есть этот механизм вообще не дает поворачивать ручки. То есть, видите, она сейчас не поворачивается. Если мы его нажимаем, то ручка будет поворачиваться. То есть этот механизм, он нажимается, когда у вас створка закрыта. И смазываем дальше уже остальные эксцентрики снизу, сверху, то есть все, что движется. Также для того, чтобы посмотреть расположение всех этих частей, можете использовать смартфон. Включили на нем камеру и посмотрели. Со стороны петель, друзья, тоже есть эксцентрики. Причем их достаточно много. Вот один, второй, третий. Их количество зависит, конечно, от высоты створки, от вашей фурнитуры. Тоже он достаточно грязный. Сначала его протрите, потом смажьте. Я сразу спрысну, потом буду протирать. Так, протираем. Видите, сколько пыли на нем. Какой грязный. После того, как все смазали, закрыли, и нам надо, естественно, пошевелить ручкой, чтобы все части подвигались в разные стороны. Потом, кстати, можно открыть и еще раз все смазать, еще раз подвигать. То есть, ну сейчас смотрите, да, вот вверх. То есть, в принципе, все можно делать мизинцем практически. Все. До этого даже двумя пальцами мне было туго закрывать. А бывает, даже на объектах встречалось, что ну практически рукой даже невозможно повернуть, а когда все смажешь, закрывается все элементарно. Ну, ребят, сразу я скажу, я не окончик. Но видео, думаю, будет многим полезно.